Всем привет! С вами Настя из Диномамы, и сегодня я покажу вам комбинезон для девочек-малышек из новой весенней коллекции Кэрри. Эта модель производится до роста 92 см и подойдет для деток примерно до 2 лет. Модель представлена в нескольких цветах. Давайте один посмотрим поподробнее. Капюшон с такой красивой оборочкой в виде гномика. Он стянут резиночкой. Внутри мягкая флисовая подкладка. Капюшон застегивается на липучку и отстегивается с помощью кнопок. Это нужно для безопасности. То есть, если ребенок где-то капюшоном зацепится, капюшон легко отстегнется. Рукав реглан, манжеты на резинке. Внутри подкладка гладкий полиэстер. Светоотражатель. Так красиво здесь прошито с нахлестом. Очень девчачий крой. Есть один карман на молнии. На молнии вот такой язычок, это цветочек, и он светоотражающий, очень симпатичный. Внутренний шаговый шов немного смещен. Это сделано для того, чтобы комбинезон меньше протирался. Манжеты штанин на резинке. Есть силиконовые штрипки, которые с помощью пуговиц можно отстегнуть или перестегнуть на другой объем. Молния удлиненная, с заходом на одну ножку, что позволяет легко одеть и раздеть даже спящего ребенка. Защитная планка молнии на липучке и кнопках. Молния с защитой подбородка от защемления. Внутри мягкая флисовая подкладка по воротнику, петелька, этикетка, где можно написать имя и телефон ребенка или его родителей. Дальше в теле, рукавах и штанинах подкладка гладкий полиэстер. В этом комбинезоне 80 грамм утеплителя, а значит его можно носить начиная от 0 градусов с теплой поддевой и выше. Сзади можно еще раз увидеть форму капюшона, здесь по краю также светоотражатель. Капюшон отстегивается, на спинке есть светоотражающая эмблема, резинка на талии, и вот так выглядит нижняя часть комбинезона. На этом, пожалуй, все. Ждем вас в нашем шоуруме и на сайте Dinomama.ru. Спасибо за внимание.